Так слаженно и красиво на дорогах областного центра дежурит мотопатруль ГАИ. В задачу сотрудников госавтоинспекции на мотоциклах входит не только пристальный контроль за водителями двухколесного транспорта, но и за сохранением порядка на дорогах. Наглядный пример произошел во время проведения профилактической акции. Участники мотопатруля предотвратили опасность. На перекрестке улиц Московской и Партизанский проспект упал кабель. Пока аварийная служба исправляла повреждения, сотрудники ГАИ помогали разгрузить перекресток. После предотвращения опасности сотрудники госавтоинспекции продолжили проведение профилактической акции под названием «Мотоциклист». Специалисты отмечают, что весенне-летний период времени проблема травматизма с участием любителей двухколесного транспорта обостряется. К административной ответственности в нынешнем году за такие нарушения, как превышение скоростного режима, необдуманные маневры, а также игнорирование сигналов светофора, привлечено 1400 водителей мотоциклов. При этом за прошедший период 2020 года зарегистрировано 22 дорожные аварии с участием мотоциклистов, в которых 3 человека погибли и 24 получили травмы различной степени тяжести. Аварии со смертельным исходом произошли недавно. Первая авария произошла в Брестском районе на трассе Р-16. По предварительной информации, 58-летний водитель автомобиля МАЗ при осуществлении маневра левого поворота не уступил дорогу мотоциклу под управлением 24-летнего молодого человека. В результате аварии, к сожалению, водитель мотоцикла и его 32-летний пассажир скончались на месте происшествия. На следующий день произошла еще одна смертельная авария, только уже в Барановичах. Во время акции сотрудники ГАИ останавливали водителей мототранспорта, чтобы проверить, все ли в порядке у них с документами, а также чтобы провести профилактическую беседу и еще раз напомнить о правилах. Андрей Ливанов управляет мотоциклом около 2 недель, но к вождению такого транспортного средства подходит серьезно. Понимает, что с ручкой газа нужно быть осторожным. Надо, конечно, думать о безопасности, в первую очередь окружающих, других водителей, которые двигаются, пешеходов, ну и своей, естественно, у всех семьи, у всех дети, поэтому надо думать головой, прежде чем сесть за руль мотоцикла, надо, чтобы, ну, наверное, мышление было соответствующее, вот, потому что здесь без головы точно ездить нельзя, потому что последствия будут трагическими. Садясь за руль мотоцикла, помните, 2 колеса – двойная опасность. Ирина Кузьмич, Павел Малышонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БукТВ.